приходит пред лицо мое народ. May the church come before me, says the Lord. И сегодня, придя люди в вашем лице, благословляем детей Божьих. Today we are blessing the people of the Lord. И чтобы помазание Божье сопровождало Божий народ. Мы будем молиться. Кто желает, возможно, за исцеление помолиться. Возможно, вы нуждаетесь сегодня в переживании семьи. Maybe you're worried about your family. Возможно, здоровье подвело, работы нет. Maybe your health, your job. Сегодня есть отвечающий. Аминь. Сегодня Дух Божий на этом месте. И тот, который любит тебя, который отдал за тебя свою жизнь, он сейчас говорит, я готов восполнить твои нужды. Аминь. Будем молиться. We're going to continue to pray. Служители молятся, если кто желает. If you're in need of prayer and you desire, come out. The pastors are going to pray for you. Небо открыто. Heavens are open. Кто нуждается в молитве? Who is in need of prayer? Пройди наперед. Come to the front. За тебя мы молимся. Когда небо открыто, Lord, it is your time. It is your time. Не пропускай. Don't miss your moment. Дух и стучи. Holy Spirit, come. Он будет остановить тебя. Исцелить тебя. To give you peace. Прямо сейчас. Просто пиши.